Здравствуйте, друзья! Наконец-то свершилось чудо, так давно ожидаемое, по крайней мере, мной и, думаю, многими владельцами замечательных выключателей Акара для умного дома Xiaomi. А именно, это логическое управление выключателями с физическим размыкателем линий. Напомню в двух словах. Как я уже упоминал в своих обзорах, выключатели Акара бывают двух типов. Одни логические, сзади они совершенно плоские, и они могут быть лишь в качестве условий сценариев, так как сами они ничего замыкать, размыкать, никаких контактов не могут, они могут управлять только другими выключателями, розетками, устройствами и так далее. Также имеются выключатели, вот есть одна и двухкнопочные модели, у которых сзади имеется физический размыкатель контактов. На данный момент таких выключателей тоже есть два типа. Первый тип вот такой, как перед вашими глазами, на разрыв только фазы. И второй тип, так называемый Zero Line, к которому подходит и фаза, и нулевая линия. Отличие этих выключателей, кроме нулевой линии, это то, что те выключатели еще умеют считать энергопотребление. Но о них позже. Сейчас мы вернемся к выключателям по разрыву фазы. Как вы помните из моих обзоров, а кто уже владеет этими выключателями, знает сам, основной проблемой данных выключателей было то, что сами по себе эти выключатели, в общем-то, не особенно отличались от обычных выключателей. Почему? По нажатию кнопки на данный выключатель, либо на одну из двух кнопок этого, мы получали только вот управление устройством, которое непосредственно подключено в разрыв линии, то есть просто как обычный выключатель. Отличием было только то, что этим выключателем можно было управлять удаленно или из приложения, либо при помощи какого-то там другого датчика, либо выключателя, неважно чего. В качестве условия сценариев данные выключатели в приложении Mi Home выступать не могли. Они могли быть только лишь действием сценария. Мы могли управлять ими при помощи других устройств. При помощи системы альтернативного управления умным домом Domotix мы могли каким-то образом писать сценарии, в которых условием действия было нажатие на вот клавишу физического выключателя, но с одним маленьким, скажем так, условием. Когда мы нажимаем на эту кнопку, мы в любом случае замыкаем или размыкаем этот физический контакт, что, в принципе, давало некоторые рамки ограничений для применения этих сценариев. И вот, наконец, Xiaomi услышала, не знаю, как чужие, но мои мольбы тоже, и сделала, наконец, замечательное обновление в программе, про которую я сейчас расскажу. Для того, чтобы было немного понятнее, о чем я говорю, я сделал вот такой вот стендик, где выключатель в разрыв линии управляет вот этой вот лампочкой. Все как обычно, то же самое мы можем управлять при помощи приложения. Выключаемся вот таким образом. И что у нас нового теперь произошло? А именно, я сейчас запущу приложение, вот это приложение управления выключателем. Вот видите, это именно этот выключатель. Здесь появилась новая опция. Вот она сверху на китайском языке. Сейчас вот ближе поднесу. Вот эта именно опция отвечает за физическое размыкание контактов по нажатию кнопки. Смотрите. Вот, я включил эту опцию. Вот, оно применилось. И теперь смотрим. Нажатие на выключатель никак не воздействует на эту лампочку. То есть у нас выключатель превратился в логический. При этом управление из приложения полностью работает. Теперь смотрим, заходим в меню смарт-сценариев, добавляем сценарий, и видите, у нас этот выключатель теперь может служить условием сценария. Для однокнопочного выключателя здесь только одно действие – нажатие на кнопку. И мы можем нажатием на кнопку поставить в качестве действия сценария этот же выключатель, у которого здесь три – включить, выключить и включить, выключить. То есть мы теперь логически кнопкой управляем физически этим выключателем. Смотрите, сделали сценарий по нажатию на кнопку «включить-выключить». То есть теперь размыкание происходит не физически, а логически. И в этот сценарий мы можем добавить любое количество других действий.
К примеру, я сейчас могу убрать, например, действие вот это, добавить действие какое-нибудь другое, например, подсветки, которой я пользуюсь при написании данного обзора. Вот. Включить, выключить, сохранить. И сейчас у меня этот выключатель будет выключать не эту лампочку, а подсветку. Вот, видите, он выключил подсветку, которая мне служит для этого видео. И включает. То есть мы, в принципе, у нас раздельно получается размыкание-замыкание контакта, мы можем чем-то другим, и, собственно, любое действие на нажатие этой кнопки. Я считаю, это очень удобно. Мы можем теперь писать сценарии такие, как нам нужно, а не как нас, скажем так, раньше ограничивал производитель. Ну и, конечно, аналогичное новшество не минуло и двухкнопочный выключатель. Видите, здесь сейчас нажму. Вот, на обе кнопки, и на правую, и на левую отдельно появились точно такие же китайские иероглифы, которые включают либо выключают физическое размыкание контактов по нажатию кнопки. И в этом, в двойном выключателе имеется, сейчас я добавлю, покажу сцену, теперь три варианта действий, вот они. Это нажатие, тут все на китайском языке, еще не перевели. Нажатие на левую кнопку, нажатие на правую кнопку и одновременное нажатие на две кнопки. То есть мы можем сделать каким образом, вот как сделал я. У меня нажатие на левую вот кнопку включает левый выключатель, как и было, работает. Нажатие на правую кнопку включает правый выключатель. И еще одно дополнительное действие я сделал. Это нажатие на две кнопки одновременно включает и выключает свет в другой комнате. То есть мы получили, в общем-то, при сохранении того же функционала включения-выключения света еще одно, скажем так, халявное действие. Я считаю, что это очень удобно и полезно. Теперь у нас Mi Home догоняет по своей функциональности Domotix. Ведь раньше в Mi Home нельзя было ставить сценарии на условия физических выключателей, теперь можно. И даже в какой-то мере его опережает, так как, например, действие нажатия одновременно на две клавиши вот такого вот двойного выключателя в Mi Home пока на данный момент нет. Мы можем уже, например, программировать действие на два выключателя. Я считаю, что это очень удобное нововведение. Я уже его перепрограммировал в некоторых своих выключателях. Ну, это дополнительное как бы халявное действие, и мы получаем возможность более тонкой настройки сценариев. Надеюсь, что эта информация была вам полезна и интересна. Если у вас еще остались какие-то вопросы, может быть, я несколько сумбурно изложил, постарался попонятнее это нововведение, задавайте их в комментариях. Ссылки на эти выключатели я на всякий случай еще раз оставлю под описанием этого видео. Вот. Ну, ставьте лайки, буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. До свидания, до новых встреч!